под роликом по игре FIFA Mobile под прошлым роликом. Вы не написали ни одного комментария. Я решил из этого ролика комментарии взять, и как только один человек написал комментарий, и он встает победителем. Вот. Никс Техно Канон 15. Подписывайтесь на мой инстаграм. Подписывайтесь на мой старый инстаграм. Подписывайтесь на инстаграм моего напарника. Подписывайтесь на инстаграм еще одного напарника. Не будем затягивать и перемещаем. Будем. Мы сейчас в 9-м дивизионе играем. Ну а что, я только практически только начал играть, и мы будем повышаться. И матчи будут интереснее становиться. Ай, не получилось. В первой атаке забить. Но у нас еще угловой. Ой, блин, что-то не получается забить. Так вот. Холланд забивает. Давайте повтор посмотрим. Ух. Караман. И опять угловой, а ну-ка. Давай попробуем отсюда. Но это пока нам слишком легко. А? Чем дальше будем подниматься, тем будет тяжелее. Так что... Нужно дойти еще. Что это за повтор? А ну... О, Наби Кейта. Какой крутой гол забивает. Сейчас я вам покажу. Сейчас покажу вот этот момент. Вот. Круто. Жаль, только один повтор был. Ладно. Мы его сможем еще посмотреть там. Когда видос на канале выйдет, тогда посмотрим. Можно будет перемотать еще раз этот момент. А сейчас еще один. Да. Еще один гол. КБ1 не забивает. Футболист Сампдори. Кстати, пишите в комментариях, как вам Евро 2020. И да, Италия стала победителем турнира. Они одолели Англию по пенальти 3-2. А в основное время 1-1 было. Я за Италию болел, потому что Англия нечестно прошла финал. Там, мое мнение, там пенальти не было в матче с Данией. И судья там ошибся, но Италия наказала Англию. О, куда кита? Далеко мяч его кидает, но не долетел. Менди! О, уже добавленное время пошло, и... О, пустые ворота! Какой красивый гол. Какой красивый гол. Покажите повтор, покажите. Это мой первый гол с этой позиции. Я еще так никогда не забивал. Как он дал?
как он дал, как он забил. Будем наслаждаться теперь этим моментом. Первый тайм, второй тайм. Ну, в этом матче уже все понятно. Будем ради удовольствия уже играть. Но это сейчас все легко, потом все будет тяжело, потому что скоро там топ-5 лиг Европы будет, когда я буду подниматься все выше и выше. Это только 9-й дивизион, а там будет 8-й, 7-й, 6-й, 5-й, 4-й, 3-й, 2-й и 1-й. Интересно, а что будет... И когда я там смотрел, что будет, если это все пройдешь, то тебе дадут карточку Уэйна Руни. Все, мы уже издеваемся над соперником. Мы уже тупо издеваемся над ним. А я какой офсайд? Я с офсайда забиваю. Был офсайд, к сожалению. Но гол получился красивый, несмотря на то, что офсайд был. Первая попытка сходить на мою половину нашим гостям. Я им не дам, попытаюсь не дать ничего сделать. Ой-ой-ой. Минди выбивает мяч. Ой, точно выбивает. Так, Караман, разбегайся. Так, делаем сюда. Распасуем. Ай-яй-яй-не-не-не. Ай, блин. Не получилось. Ну, блин, если бы мы забили бы еще после этой атаки, это было круто. Хотя ладно, мы уже ради удовольствия играем. Уже и так понятно, кто выиграет. Вопрос, с каким счетом. Мяч, он сохранил мяч. Но ненадолго. Кита. Я не буду... Ой, судья, что ты... Ай, ё-моё. Идиот, блин. И матч закончен. Счет 7-0. А теперь попробуем сыграть и Division Rivals. Так, и... поиск. В Division Rivals не всегда легко играть. А ну-ка. Так, это... У кого? Ну, в принципе, играть можно. 77 против... 77, в принципе, равно. С этим соперником можно сражаться. Кабиадини теряет мяч. Тут нужно реализовать. Единственное, что тут надо все моменты, блин, реализовать. Он гол уже забил. Сейчас он второй гол забьет и все. А, все, уже забил. Так. Тут важно... Ё-моё, он и третий забивает. А я еще ни одного не могу забить. Казалось бы, то, что против него можно бороться, но против него нельзя уже бороться, потому что... Как ты отыграешься, когда у тебя... Ладно, сейчас, это еще не конец. А все, уже конец. Да, это самый провальный матч. Я еще до этого... Ну, до этого я проигрывал в Division Rivals, но я ж забивал. Ну, я забиваю, но это уже гол престижа, скорее всего. Это уже был гол престижа, потому что я уже не отыграюсь. Это и так, это всем понятно уже. Главное 10-й гол не глотнуть.
Последний шанс гол престижа забить и все. Ужасный матч. Ну, ничего, сейчас еще раз попробуем сыграть. Определимся, насколько мой состав готов играть в такие игры. Так, это мой рейтинг 76-68. Против такого я должен и обязан выигрывать. Ну, стартуем. А ну-ка, подачи делаем. Ай, блин. Мимо мяча я проскочил. О, отличный момент. Удар. Гол. В этом матче я реабилитируюсь перед всеми. За этот, блин, проигрыш. Позорный. Вот так вот нужно играть. О, кто это мне дизлайк поставил? Сейчас я докажу то, что мне лайк нужно ставить. Какой дизлайк? А, мне один гол забил. Это гол престижа. О, еще один отличный момент. Я даже рад. О, вот это уже получше. Конечно, это пушка. Блин, этот момент не удалось забить. Ну, ничего страшного. Ай, опять не удалось забить. Не удается. Я 10 голов уже здесь забивал уже. Сейчас 10-й гол попробуем. О, пенальти мне дали. А ну-ка. Ай, не удалось 10-й гол сбить с пенальти. Ай. Ну, ладно. Тем не менее, я выиграл. И фанатов ко мне прибавилось. Отлично. Я могу сражаться против тех... Вы перешли в следующий дивизион, поздравляем, вы достигли дивизиона, любитель 2, чем выше дивизион, тем лучше награды. Все, я понял. Посмотреть список лидеров. Блин, те, кто на первых местах, то это те, которые давно уже в эту игру играют, а я недавно играю. На этом видос заканчивается. Спасибо, то, что досмотрели его до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в инстаграме. Подпишитесь, пожалуйста, потому что что-то не... по подпискам такое себе. Так что подпишитесь, пожалуйста, вам хорошо и мне приятно. Всем удачи и пока.